Улица Солнечная – один из важных маршрутов Самары. Движение здесь всегда оживленное. По сути, дорога является дублером Новосадовой. Отсюда можно добраться как до выезда из города, так и до важных социальных объектов. В прошлом году Солнечную уже обновляли. Тогда работали на участке от улицы Георгия Димитрова до Нововокзальной. В этом дорожно-строительном сезоне ремонтируют полотно от пересечения с улицей 22-го партсъезда. Сегодня выполняется работа по фрезерованию проезжей части по улице Солнечной от Нововокзальной до 22-го партсъезда общей площадью 23 тысячи квадратных метров. На данный момент отфрезеровали около 80%, это 17-18 тысяч квадратных метров. После фрезерования старого полотна рабочим предстоит подготовить дорогу к укладке. На Солнечной расположены порядка 70 смотровых люков и 40 дождеприемных колодцев. Их необходимо выставить на проектную высоту, в один уровень с будущим новым покрытием. Также, как пояснил специалист муниципального предприятия «Дорожное хозяйство», люки колодцев заменят на новые, антишумные и антивандальные. Работают сейчас в соответствии с графиком. Вместе с тем учитывают погодные условия. После фрезеровки укладывать новое асфальтобетонное покрытие будут только при сухой погоде. Для обновления дорожного полотна выбрали смесь «Щма-16». Она хорошо себя зарекомендовала на других участках Самары, где ранее, в прошлые годы, укладывали новое покрытие. За ходом ремонта следят не только специалисты профильного муниципального предприятия, но и общественники. В этом году этот процесс, вторая очередь, продолжилась. И у нас улица Солнечная будет прекрасной дорогой. Все рады, жители. Есть некоторые, конечно, которые немножко раздражены, но мы их уговариваем, объясняем, говорим, что будете пользоваться хорошим, современным, безопасным видом дороги. Обновление дорожной инфраструктуры в Самарской области – одна из приоритетных задач губернатора Дмитрия Азарова. Всего в регионе на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году предусмотрены различные виды работ на 85 объектах протяженностью более 233 километров. В том числе в областном центре обновят 42 участка дорог местного значения. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.